Стой! Стой! Митка! Пусти ее! Митка! А ну, пошел! Пусти! Стой, Витька! Не бойся за меня. Любке скажешь, чтоб вещи собрала. Я вернусь скоро. Вернусь? Ты такому наговорила, что никогда не вернешься. Пошли. Повторяю вопрос. С какой целью ты в приграничной зоне, при большом скоплении людей, излагала свой антисоветский вымысел? Не было цели. И вымысла не было. Сказала, что увидела. Сталин умрет через полгода. Ты! Молчать! Увидела. Ты ничего не могла видеть. Ты слепая! Ладно. Тем лучше тебе будет в камере. Уведите! Хоть там помалкивай. Ничего страшного со мной не произошло. Ну как же не произошло? Вас же в тюрьму посадили. Ну так я ж здесь сижу. Живая. Но вы же могли не говорить, что Сталин умрет. Ну как это? Ну какая разница? Он бы все равно умер. А вы бы в тюрьму не попали. Тюрьма. 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 В тюрьме душа может уцелеть. Во лжи душа не уцелеет. Ванга, вот сахар. Еще вчера под матрас положила, как ты велела. Скажешь про меня? Иди сюда. Вот брат твой пришел. Какой брат? У меня нет брата. Есть, есть. У отца была другая семья на стороне. У него был сын, совсем маленький умер. Вот он с отцом пришел. Мать твоя тоже пришла. Плачет. Волнуется за тебя. Зачем, говорит? Поверила Бойко. Плохой он человек. Я его люблю. Бойко муж мой. Врет он тебе. Не женится никогда. Отец говорит, бросай его, дочка. Из этой ветки свистка не вырежешь. Бойко ворует, ты в тюрьме сидишь. Мать плачет о тебе. Оставь Бойко, Мария. Будешь свободной и счастливой. Ванга, как ты про меня все это узнала? Сахар сказал, ты его под подушку положила, он тебя запомнил и рассказал. Только сахар так может? Еще вода. Вода очень хорошо запоминает и самих людей, и их дела. Потом рассказывает. Да как же они тебя сюда заперли-то? Совести у этих начальников нету, так хоть страх бы имели. Ванга, а как ты покойников вызываешь? Я их не вызываю. Сами приходят. Я для них ворота. Они через меня в этот мир заходят. Прямо сюда, к нам? Да. Если увижу человека, то и близких его, которые умерли тоже. Они меня спрашивают, как их родной человек живет. Я их спрашиваю, а они мне отвечают. Не дай бог таких гостей принимать. Кончай разговоры. Ванга, что? Что случилось? Да Ванге опять что-то привиделось.
перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя коммунистической партии советского народа, Иосифа, Петрозагоновича. Что случилось? Сталина. Передачи не принимают. В России Сталин умер. Точно знаешь? Сейчас объявили. Что ж с нами-то будет? Открывай быстрее. Вангелия Гуштерова с вещами на выход. Я знаю. Откуда знаешь? Я проголодалась ужасно. Ешь. Не успела позавтракать. Ешь. Ой. Слишком долго ты у меня. Я вам надоела? Не надоела. Просто у тебя времени на себя не хватает. Да. С парнем своим разобралась? Нет. Да это не важно. Ну, конечно, не важно. Глупая. Парень, не важно. Все важно. Все. Да мне кажется... Мне кажется, я вот-вот, наконец-то пойму, вообще, зачем моя жизнь. Я же понимаю, что не случайно, но не понимаю, что с ней делать. Опоры, что ли, нет какой-то? Вот только вы. Я. Плохая опора. Никому счастья не принесла. Вот это неправда. Вы это вообще, вы это, вы другое. Поела? Да, поела. Домой иди. Подождите. С собой разбирайся. Я не знаю, как. Помочь ничем не смогу. Сама скоро поймешь. Я не понимаю, что может быть проще? Разболтать девку и узнать у нее, что ей сказала Ванга. Ты же сам видишь. Каждый день все меняется. Ванга, видимо, знает, выберут Ельцина или нет. Похоже, что она об этом говорила с его помощником. Может быть, и с этой... Варежкиной. Даром, что ли, она здесь целый месяц торчит. Она, конечно, тетюха, но не из болтливых. А что тебе мешает видеоматериалы просмотреть? Она постоянно носит рюкзак с собой, в гостинице не оставляет. Так возьми их, когда она спит. Это что, я тебя должен учить, как ее в постель уложить, а? Мне кажется, это неправильно. Вот так вот. Без любви. Без чего? Без любви. Да при чем здесь любовь? Ты профессионал. Включи обаяние. Ты с девками, что ли, общаться разучился, а? Алиса! А? Алиса, подожди! Подожди! Виталик, ты извини, я тороплюсь. Я знаю, куда ты торопишься! Ты торопишься к бабке! Зачем? Что ты хочешь там найти? А тебе-то зачем? Затем, потому что ты сама не своя. Я своя. Нет! Ты другая была, в тебе жизнь была. А сейчас ты... Ну какая я, какая? Ты меняешь реальную жизнь на дешевое колдовство. Ты разрушаешь все вокруг себя. Ты разрушаешь любовь. Какую любовь? Любовь? Что может быть дороже любви? Ванга?
Виталик, я тебя не люблю. Я тебя не люблю. Подожди. Ну, а чему ты радуешься? Да потому что я поняла наконец-то. Господи, я не могла понять, что происходит со мной. А все просто, я тебя не люблю. Ванга сказала, разберись. Понимаешь? Спасибо. Подожди, тебе. Подожди, мы можем разобраться с этим. Да я во всем разобралась, спасибо. Здрасте, Ванга. Такой дождь сильный. Я уже поняла. Ага. Ну что, все, да? Все. Не будешь у меня спрашивать, откуда Ольга знала, что близким помогать надо, да? Не буду. Ты что-то поняла? Я поняла. Любила она их. Оттуда и знала. Оказывается, все очень просто. Все очень просто. Любила. Но ведь вы... Что? Тоже помогали ей понять, что нужно делать, нет. А? Да. Нет. Ну да. Нет. Ну да. Ну да, ну да, ну да. Чуть-чуть. Мокрая. Садись. Оль, ты что не спишь? Наш сын уже взрослый мальчик. Он скоро вернется. Что ты так волнуешься? Да сама не знаю. Конечно, не потому, что Андрюшка загулял. Меня его будущее волнует. Ну и что тебя именно волнует в его будущем? Он хочет стать военным. Тебя это так тревожит? Нет, конечно. Наш сын сильный и умный. Он не сделает в жизни ошибку. Ошибку. Именно ошибки я и боюсь. Что он сделает какую-то ошибку, а какую, я понять не могу. Тревожно за него мне. Ну, все. Иди сюда. Не тревожься, родная. Не тревожься. Давай, давай. Смотри. Так нормально? Пойдем. Уедешь ты, Андрюш. А потом вернусь за тобой. Наташка, я ж тебя люблю. Правда вернешься? Вот училище закончу, а потом за тобой. Чего? Ничего. Пойдем.
Андрюшка, не кусочничай. Вот твой ужин. Держи. Мам, что ты не спишь? Тебя жду. Извини, я с Наташкой сгулялся. Андрюш, а ты точно уже решил? Насчет Наташки точно. Я ее люблю. Насчет училища. Ты серьезно хочешь стать военным? Хочу, мам. Правда, еще не решил, летчиком или подводником. Но до выпускного время есть, решу. А что? Ничего. Неспокойно мне что-то. Именно из-за твоего решения. Летчиком быть или подводником. Кушай, кушай, кушай. К сожалению, нам нечем вас обнадежить. Положение вашего мужа очень тяжелое. Умрет? У него цирроз печени. Давно он злоупотребляет алкоголем. С войны. Ну вот видите, почти 20 лет. Удивляться не приходится. Я здесь, Митка. С тобой. Загубил я свою жизнь. Сам загубил. Ему недолго осталось. Я знаю. Смерть близка. Я домой его заберу. Прости меня, Ванга. Плохим я тебе мужем был. Не говори так, не надо. Все загубил. И свою жизнь, и твою морем залил. Прости, прости.
Я не хотела. Краешком задела. Я не хотела. Прости. 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 А Ванга-то где? Где? Не будет Ванга сегодня принимать. Проходим, проходим, а я не понимаю. Вот вы разве смогли бы? Эх, вот так всегда и бывает. Конечно. Конечно, не смогла. Не получается совсем. Я знаю. Я знаю. Сегодня Ванга принимать не будет. Не может она. Мужа вчера похоронила. Лёвка. Что такое? Ванга, ну зачем ты? Всех приму. Всех. Дайте ей полчаса. Нет, можно все-таки пойдемте? Пойдемте. Пойдемте. Все, все, идем. Да-да. Вот и не смогла. Не смогла. Что не смогли? Спасти его не смогла. Если человеку суждено погибнуть, он погибнет. Ничего не сделаешь. Ничем не поможешь. То есть вы думаете, человек не может изменить свою судьбу? Нет, не может. Как страшно. Страшно, дочка. Страшно. Поэтому нам и не дано знать. Но зато Бог дал. Один Димитр ушел, другой пришел. Вот. Завтра будут пироги с яблоками. Стучат. Дверь пойди открой. Дождь стучит. Опять. Господи, ты как здесь оказался? Я просто стоял. Скорее в дом. Побежали. Осторожно. Ванга, кто к нам пришел?
Виолетта, полотенце. Мокрый, как из речки. Господи. Совсем один? Да. А родные где? У меня никого. Можно остаться у вас? Конечно, можно. А звать как? Митка. Сыном мой будешь? Ну, чё стоишь? Накорми, спать уложи. Угу. Да. Виолетта, воду скипяти. Давай. Сниму рубашку. Раздевайся. Ну, вот вода. Тетя Ванга, ты как будто с подругой разговариваешь. И с подругой тоже. А еще с кем? С кем? Вот с ним. С яблоками. С яблоками. И что же они тебе говорят? Они мне говорят, съешь одно в день, уходи, доктор, в тень. Глупая, как будто, не знаю. Тетя Ванга, я давно хочу спросить. Спрашивай, мило, спрашивай. Как ты видишь, что с людьми было и что с ними будет? Как-то все естественно. Как будто окошко открывается. Человек стоит. Я все про его жизнь вижу, все знаю. А мне еще и говорят, 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 говорят. Прямо вслух рассказывают? Прямо вслух рассказывают. Голосом? Голосом, да, голосом. И так про всех людей? Про всех. Тяжело это. Тяжело, дочка. Церковь хочу построить, успеть бы. Надеюсь, успею. Ты что, Оля? Рано еще. Что такое? Алёш. Что случилось? Я должна в Болгарию поехать. О, Олечка, подожди, подожди, подожди. В каком смысле? Что такое? Зачем? К Ванге. Оля, я все понимаю. У тебя там прошло детство и юность. Ты тоскуешь по Болгарии, но это очень рискованно. Как ты себе это представляешь? Тем более я уверен, что с твоей Ванги глаз не спускает. Ее контролирует КГБ. Я все понимаю, но я должна ее увидеть. Я не знаю, как тебе объяснить, но это очень важно. Может, путевку удастся достать? Ну как? Ну да. Какая у нас здесь путевка? Работаем в больнице, а не в колхозе. Алёш. Я должна ее увидеть. Ну, если должна, значит, увидишь. Который день стоит? Не знаю. Придет время. А кто знает? Успокойтесь. Ладно, успокойтесь. Успокойтесь. У каждого свой срок. Сколько положено, столько и отстоит. Выйдет Ванга и определит, кому выходить. Пропустите. Успокойтесь. Что здесь?
Проблемы какие-то? Мальчик наш с одноклассником поссорился. Ну, знаете, как у мальчишек бывает. Он не поссорился. Он сказал, что ябедничать нельзя. А тут тот мальчишка нашего сына по щеке ударил. И вот. Успокойтесь, успокойтесь, люди. Долго еще? Сколько можно? Что же вы такие нетерпеливые? Он мальчишка заждался. Сейчас, успокойтесь, люди. Успокойтесь. Спокойно. Понимаете? Подождите. Ведь это не в драке, не случайно. Он его специально оскорбил, унизил. А наш сын очень чувствительный. Даже слишком. Он перестал говорить, Ванга. Молчит уже полгода. Онемел. Лучшие психиатры его смотрели. Ничего не могут сделать. Они сказали, что он навсегда останется немым. Заговорит. Когда? Сейчас. Сейчас? Мама, мама, вы что делаете? Вы же задушите. Что же вы правду пришли узнать, а сами такое творите-то? Мама, сынок, я говорю. Ванга. Господи, вы... спасибо вам. Ванга, вы... Спасибо, Ванга. Вы... Сынок. Ольга, приехала. Давай заходи. Ванга. Ждите. Позже приму. Ну, дочка дорогая, поздравляем тебя. 18 лет. Да. Ой, взрослая. Спасибо, да, мама. Пойдем. На здоровье. Красивир. Красивирка, детка, за тебя. Ага. А мы за тобой все равно следить будем. С урока сегодня сбежала с подружкой, сбежала. А мальчишка говорила с подружкой. Я говорила. Молчи. Мороженое с ней ел. Зачем ты ей деньги даешь? Все. Не надо ей деньги давать. Она отдавать не хочет. Не нужна тебе такая подружка. Гони ее. Угу. Угу. Что такое? Что? Что? Стоян, что-то случилось? Мороженое мне не принесла. Не принесла. За твое здоровье, дочка. Пирожок мы попробовали. Вкусный. Учись у тетки. Она кулинар отменная. Выпьем. За здоровье. Забираю, да? Ну, иди, забираю, иди. Красик, вот хватит болтать. А давай, помогай. Вот эти тарелки, ложки. Помоги мне. Хорошо, мам. Давай, только осторожненько. Ага. Ванга, как я рада тебя видеть. Я ведь думала, что мы уже не увидимся. А я знала, что увидимся, знала. Я же тебя все время вижу. А я тебе... не знаю, как это сказать... Думаю, ты как будто со мной всегда. Ванга. А ты и не должна это знать. Я тебя оберегаю. Я и счастлива от этого. Ты знаешь, какое горе, когда видишь, что человеку беда грозит, а помочь никак не можешь. А я тебя оберегаю. Спасибо тебе. А что тебя так тревожит? Говори. Говори. Да уж признаться стыдно. А ты меня не стыдись. Сын у меня школу заканчивает и решил стать военным. А тебя это расстраивает? Нет, радует. У меня отец был военным, муж военным. Профессия благородная. Но выбор сына меня почему-то тревожит.
Это тебе, Оленька, не сын тревожит, внук тревожит. Ванга, я ничего не понимаю. У меня сыну всего 17 лет, какой внук? Вот твой сын под воду пойдет. И внук твой, сын его, тоже под воду пойдет. А под водой твой внук погибнет. Я ничего не понимаю. Тебе и не надо понимать. Ты запомни. И скажи сыну своему, чтобы в небо пошел. Тогда твой внук жив останется. Поняла? Запомнила? Запомнила. А еще твой внук, как две капли воды, будет похож на твоего сына. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Андреевич. А вы кто? А вы не поняли? Понял. Правильно поняли, коллега. Чем вам обязан? Как здоровье, Алексей Андреевич? Что это вдруг вы стали интересоваться моим здоровьем? Не вдруг. Совсем не вдруг. Интересная ситуация, Алексей Андреевич. Вас в свое время комиссовали из органов, как тяжело больного. Правильно? Правильно. И что? Да нет. Ничего. Просто интересно. Каким это волшебным образом вам удалось излечить болезнь Паркинсона? Давай по одной за тебя, Оленька. Давай. И прощаться будем. Попрощаемся, Оленька. А завтра прощаться, Оленька, навсегда будем. Ванга, ну какой навсегда? Я приеду к тебе. У меня муж, он добьется, путевку дадут. Если б ты знала, какой он человек. Да знаю я, какой он человек, знаю. Моя жена поехала к Ванге по своим личным делам. По каким? Вы плохо слышите? Я вам повторю, по личным. Это значит, что они никого не касаются. А вот тут вы ошибаетесь. Ванга... слишком серьезная фигура, чтобы вашей жены с ней были какие-то секретные дела. Короче, Алексей Андреевич, перед следующей поездкой к Ванге она должна встретиться с нами. Нас много интересует. Она получит соответствующие инструкции. Вы поняли? Да, я понял. Только перед следующей своей поездкой к Ванге моя жена никаких соответствующих инструкций ваших получать не будет. Ванга ее подруга, я вам повторяю. А это значит, что любое вмешательство в их отношения я считаю неуместным и неприличным. До свидания. В таком случае мы сами считаем эти отношения неуместными. Ошиблись вы, Алексей Андреевич. Мы без вас найдем возможность пообщаться с Вангой. А вот у вашей жены такой возможности больше не будет. До свидания. Пойдем. Я обязательно к тебе приеду, Ванга. Думаешь, если это нелегко, то я не смогу? Смогу. Мне ничего не удавалось в этой жизни легко. Может, не знаю, почему. Я знаю, почему. Почему? Потому что ты сильная, и счастье тебе должно с трудом доставаться. Для того, чтобы... у слабых людей счастье полегче было. Ты делай, как жизнь велит. Да, делаю. Я знаю. Знаю. Мы с тобой счастливую жизнь прожили. Мое счастье с тобой останется. Езжай. Thank you.
Решай. Спасибо тебе. Вы без меня? Как? Скучаем. Все в порядке? Да все в порядке. Дочка приехала. Папа на работе. Слушай, у меня завтра выпускной. Да я помню. Потому и спешила. Пойдем. Здорово. Андрюш, я тебя попросить хочу подать документы в летное училище. А почему именно в летное? Выполни мою просьбу, пожалуйста. Да, мам, не волнуйся. Да я разве против? Это даже хорошо, что у тебя такое определенное желание. Ну, правда. Я ведь никак выбрать не могу. Летчики или подводники. Но если ты хочешь... Значит, в летчики. Заметано. Но зачем вам было нужно, чтобы сын Ольги стал летчиком? Я не понимаю. Я не понимаю. Тогда что? Я не понимаю, я вижу. А что вы видите, баба Ваня? А тебе это знать не обязательно. И никому не надо знать. Вон, через 5 лет увидите. Весь мир ужаснется. Скроется под водой Курск. Весь мир плакать будет. Вы что такое говорите? Да не бойся, тебя не будет в Курске. А родители? И родителей твоих не будет в Курске. Вон пошли. Это что ж ты думаешь, что если ты начальник, то тебе все можно? Нет. Пустой ты человек, как шар пустой. И катись, как шар. Нахалка, самозванка. Уходите, уходите отсюда. Идите. Плохие люди ко мне ходят. Как ты, Ванга? Надо избавляться. Избавляться надо от этой лжи. Ну что за люди? Подождите! Я прошу вас, извините. Немного подождите! Извините. Извините, ну что вы возмущаетесь? Да она каждый день приходит. Говорят, Ванга. Ты куда? К Ванге! 2 месяца что? Ванга примет, когда придет ваша очередь. Ванга думает, она святая? Посмотрите, какая она святая! Ненавидит нас! Только деньги требует! Тут целый бизнес! А в гостинице я сколько потратила, а? Черт возьми! Да пропади ты все пропадом! Да. Баба Ванга, баба Ванга, ну как вы можете все это спокойно слушать, а? Баба Ванга! Я? Это ты? Это я. Но вы слышите, там люди кричат. А, кричат, кричат.
И что мне делать? Прогнать их? Не знаю. Там, там очень много злых людей. Людей изменить нельзя. Сколько раз говорила, там, наверху, все время за вами кто-то смотрит, а они не верят. Обманывают, воруют, убивают. Но они же должны вам верить, а? Они же должны. Они же понимают, что вы все знаете, баба Ванга. Они, доченька, все знать не хотят. Они только о себе хотят знать. Наверное, они вам завидуют просто. Ой, если бы они знали, сколько вот здесь вот всего в голове. Это я им завидую, потому что они ничего не слышат и не видят. Ты о чем-то думаешь? А? О чем-то новом думаешь? Говори.